Мы сейчас находимся в авокадном саду, и на сухих листьях на земле я обнаружил вот это мягкое авокадо с треснутой оболочкой. Тут его кто-то подкушал немножко, какое-то животное. Бывает, птички поклюют. Но это сорт хас называется, или королевская. Пойдем поисследуем дальше. Вот так вот оно может здесь лежать. Пупырышками такое. Извилистые деревья такие. И вот еще одно из таких самых вкусных вариантов. Он немножко мягкий. И к дюбке такой немножко твердоватый. Совершенно в разных местах он будет разных по вкусу. И мы такой попробуем. Я вот хочу продемонстрировать, что у него внутри. Вот тот, который более потверже. Потверже мне тоже нравится. Есть те, кто нравится, они такие тверденькие, жевать можно. Вот тут внутри. Да, резкость хорошая. Да. Подержи, пожалуйста. И первое, которое с треснутой оболочкой, шкурочкой. Тоже мы его так сейчас скроем. Давай. И вот он как внутри. Не знаю, мне это яйцо вареное напоминает. Да? По вкусу. Сейчас будем дегустировать. Аромат какой интересный. А вживую красивее они смотрятся. А на камере белые, а вживую желтые. Когда поспел уже, вот, как, вот видите, как открывается кожура. Очень легко. Вот оно как. Это королевский сорт, пупырчатая такая кожура. Посмотрим. Теперь будем дегустировать. Давай. Ой. Как я чувствую, класс. Как ножик вонзается в это. Мягкость такая. Не маленький кусочек в роток. Совершенно разный. Есть мягкий, он похож на сметану, соус, майонез, что-то такое. Сюда еще специи добавить, каких-то острых, которые мы рекомендуем. Это сумак, и он с кислинкой, и острый перец. Можно сока лимончика немножко. И получается... Еще мне кусочек. Это просто невероятная еда. Вот. Ответ на вопрос, как быть именно сыроедом. Потому что это плод, плод. Хорошо. Мы плодоядные, значит. Сырое, сырое. Ну, значит, мы сыроеды. Ну, вот этой едой вы будете наедаться. Подожди. Вот это еще попробуем. Это то же самое. Вот это ты не пробовал. А, то же самое? Угу. Хорошо, вторая половинка. Там, где немножко мы видели что-то подгнившее, что-то такое. Это убрать. Кто-то там клевал, птичка. Они тоже любят это? Да. То... Просто обрезаем. Угу. И все. Я ножиком люблю чистить. Пожалуйста. Более сочный. Разное. Угу. Что-то такое одновременно и сочное, и маслянистое. Угу. А бывает полежит и немножко, так подгниет. С одной стороны отрежешь, вся остальная часть. Такой аромат, как... Копченые сосиски. Угу. Мне маленький. Маленький шаг. Тут большой. Угу. Все. Афьет олсун. По-турецки. Приятного аппетита. В Грузии нету авокадо. В Турции есть. Здесь именно на Средиземноморье он растет. Угу. Это вот район... Анталия, Алания, туда дальше Газипаша, Анамур, Средиземноморье. Здесь, пожалуйста.